Чок Ли – музыкант из Южной Кореи, лауреат крупных международных конкурсов и виртуозный пианист. Ему нет и 20, а он уже выступал на самых престижных площадках мира. Новый опыт – зал органной и камерной музыки. Здесь он сыграет впервые в рамках проекта «Звезды Ямаха». Это цикл концертов, которые в Сочи дают молодые перспективные музыканты. Этот концерт состоится из двух отделений. В первом отделении играю соло. Два произведения из французской музыки. Играю «Ночной Гаспар» Равеля и очень редко исполняемая симфония для соло-фортепиано французского композитора Алькана. Это вообще нигде не играют почти, поэтому как бы, я очень рад представить это произведение. Хёк Ли прекрасно говорит по-русски. Сегодня он студент Московской консерватории имени Чайковского. На концерте в пятницу южнокорейский пианист сыграет и в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. В тандеме они исполнят третий концерт Рахманинова. На минуточку, третий концерт Рахманинова играет уже четвертый раз. Представляете, один из самых трудных, великих концертов вообще в русской фортепианной музыке. Сердце не может не радоваться такому шествию, что ли, торжественному шествию русской музыкальной культуры. Не менее виртуозно музыкант играет и Шопена. Он обладатель приза за лучшее исполнение его концерта с оркестром. Это звание Хёк Ли получил, будучи на конкурсе самым молодым участником. Оценить талант южнокорейского пианиста сочинцы смогут в эту пятницу в зале органной и камерной музыки. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.